когда уже наигрался одной игрушкой. Но хочется чего-то большего. Магия самого раскрывания данного мультитула — это нечто непередаваемое ощущение. Ну и, собственно говоря, немного другая модель в черном цвете. Функции. Ну и штопор все-таки белый. Попробуем аккуратненько вскрыть оболочку. Это, конечно же, красочка, но вряд ли это порошковая краска. Но тем не менее, магия открывания, функционал инструментов на высоте — это, конечно, не тот мультитул от Xiaomi, который у меня был и от которого я благополучно избавился. Инструменты довольно-таки острые из коробки, поэтому сейчас вскроем и посмотрим, какой морской вариант для того, чтобы взять на море или на поездку в отдых куда-нибудь к морю. Так, неохота разрывать, конечно. Освободили. Просто черная краска, но так мягче ходит, конечно, из коробки. И у него еще есть зацеп для работы с битами. Хоп, и все, он уже в сложном состоянии. Такая же петелька, штопор полноценный, у которого есть, так, здесь такая штука для сомелье, хотя в принципе спиртное — это фигня, все на вкусном масле. Ну, тут есть ножницы, уже хорошо. Все черное покрашено, конечно же, вытрется. Да, он до конца не складывается, в отличие от этого варианта на 18 инструментов. Но, тем не менее, интересная штука. Здесь даже тоньше. Плоскогубцы, мне так кажется, да. На порядок тоньше. Такой веселый вариантик. Вместо штопора на первой модели был напильник. Так, по поводу лезвия. Ну, вот так вот это выглядит. Ножичек. А почему бы, собственно говоря, и нет? Интересно, здесь есть магнит? Или он тут не предусмотрен? Нет, тоже есть магнит. Тут можно
полностью раскрыть. А этот, конечно же, сложнее. Никак. Ну, прям вообще на порядок мягче уходит. В общем, как-то так.